Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, давай зайдем на тренировку и заберем нашу команду. Так, секундочку. В нашей команде у нас прокачался, знаешь кто? Служитель тьмы. Поэтому его из этой команды я убираю. Так, вот он. Так, убираем. А как нам убрать того? Я уже забыл. Ага. Вот его уберем, а поставим мы на прокачку Блин, может быть его? А чё, морской? Подожди. Слушай, кто у меня не прокачан? Ты у меня, по-моему, не прокачан, если я не ошибаюсь. Так, это нужно, знаешь, что сделать? Это надо посмотреть в армию. Заходим в армию и смотрим, друзья. Так, где у нас этот паук? Блин. Ага, можно, кстати, хищница поставить. Хищница и... О! БФГшка! Точно, ребят. Сейчас мы сделаем следующим образом. Мы уберем отсюда бота-паука и поставим БФГ. Там как раз ей немножко осталось докачаться. Где же ты у меня? Вот она. Замечательно. Так, ну и соответственно, блин, я заменил, а поставить не поставил отряд. Вот так вот. Ну что же, давай заберем награды здесь. 18 вуджена. Термин 9023 карточки. Слушай, ну неплохо. Ну что, поехали в бой. Найден противник. И выберем, наверное, с тобой вот эту вот первую нашу команду. Она всегда у нас тут выступает. Ну, естественно, за счет фехтовальщика. Фехтовальщик здесь будет рулить. Так, Голем идет навстречу. Но он его сейчас подчикает. Опа. Самурай тоже. Ну и сам замок. С двух ударов разнесли. Так, давай-ка посмотрим, какие у нас сегодня события ежедневные. Опа-на. Епископ. Друзья, епископ мне, по-моему, нужен, если я не ошибаюсь. Что я сделал? Зачем мне надо бесплатно? Так, смотрим, епископ. Он же не прокачан. Нет, конечно. Он не прокачанный. Поэтому есть смысл, ребята, проходить это событие. Офигеть. Блин, а кого тут? Ё-моё. Ну, давай возьмем паладина. Возьмем, наверное, вот так. Лучницу и вот так, скорее всего. Ну что, поехали. Давай посмотрим, все ли у меня выйдет, как я хотел. Блин, тут еще расстояние такое маленькое. Выпустил он голема. Окей. Так, ну, с големом, я думаю, мы разберемся быстренько. Лучницу позовем на помощь. Так, давай-ка мы ускоримся, наверное, я думаю. Ну. Есть. Ну, все прекрасно сам видел. 23 карточки епископа мы с тобой забираем. Так, следующий поединок. Соберите свой отряд. А фиг ли тут его собирать, ребят? Он у меня будет неизменным. Вот таким. Ну что же, вперед и с песней.
Все будет по старой схеме. Вначале вызываем мага-рыцаря. Потом, наверное, лучницу возьмем, да? Я думаю, что это будет лучше всего. Угу. Готово. Так, наверное, можно ускоряться уже. Блин. Давай, 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 прижучиваем голема. Ну, вот и все, в принципе. Они даже пикнуть не успели, как мы разнесли их в хлам. Ну что, 18 карточек, да? А, 13. 13. И последний у нас поединок. Выбираем опять ту же самую команду, что и была. Я вот думаю, зачем я беру паладина, если я его даже не успеваю использовать? Просто не успеваю его взять в свой отряд. Ладно, фиг с ним. Так, голем пошел. Голем уже вышел. Так, лучницу теперь вызываем. Так, и фехтовальщика. Блин, кислота бесевая. Ой-ой-ой-ой-ой, как неприятно было. Слушай, вот это вот уже фигня, ребят, начинается. Так, сейчас клетка, наверное, будет использоваться, да? Упс. Ай-яй-яй-яй-яй, ребят, я боюсь, что мы сфейлим сейчас. Пришлось так сделать. Потратить немножко денег именно для ускорения. Ну, господи, ну, есть. Выпускаем. Блин, выпускаем фаербол. Он, кстати, клетку успел выкинуть. Мы уже начали получать повреждения. Так, 9 карточек. Ну что, все, события мы прошли. Теперь пойдем. Так, это у нас... Ёк-макарёк, нам нужно еще 2 пройти, да? Нет, 1. И будет следующий портал. Ронин, ё-моё. Взять этот отряд, что ли? Давай, наверное, так возьмем, попробуем. Блин, Ронин этот еще тут. Опа, в плане. В плане, блин. Все, ребят, сфейлились, короче. Этот ползун ни шиша не умеет делать. Этот ползун не умеет делать то, что мне нужно было, понимаешь? Поэтому мы и сфейлились. Так, а если я возьму этот отряд? Не надо меня никуда перекидывать, я еще здесь не закончил. Ну что, получается, щитобот и молотильщик. Это единственное, ребят, что я тут могу предложить нам. Других вариантов просто нету. Еще вытворяет. Вот как ты прикажешь мне здесь его бомбить? Я понимаю, что через паладина. Давайте, давайте, давайте. Вышло тут пугало морское, блин.
Заколбасили, отлично. Опа, мы его всадничка подбили. Я вызываю паладина. Заморозка. Да господи, что мы тут тютюкаемся? Не можем никак пробить его, а? Есть. С горем пополам мы все-таки разбомбили ему базу. Ну вот теперь второй этап. Пипец. Ронин. Дракоши. Офигеть. Придется опять брать этот же отряд. Блин, Таракоша, конечно, это бесело. Сейчас, если Рунин выйдет с криками кия, ребят, это будет труба нам полная. Блин. Кто там еще? Там Таракоша вышел, да? Фух. Чуть-чуть бы, ребята, и нанесли бы нам урон. Вот что я хотел сказать. Вы сейчас серьезно, блин? Твою, блин, дивизию, а? Я пока других вариантов не вижу, ребят. Блин, да как тут ускориться-то? Вот что вот делать здесь? С этой командой, блин. 49 секунд осталось. Понимаешь, 49 секунд. Тридцать пять секунд. Двадцать семь секунд. Ну, есть. Фу, 13 секунд оставалось. Я уже думал, что все, свалимся. Но нет, слава богу, повезло. Тигр. Твою-то нафиг, а? Ну вот что ты мне прикажешь делать? Здесь тигр. Опять этой командой? Ну давай попробуем, но я не уверен, что получится что-то хорошее у нас. Попытка не пытка, как говорится, но... Ну, тем более, когда вот этот голодранец вот так вот бежит. Ты сам должен понимать, да? Если он его не оглушит... Тьфу ты! Все, сфейлились. Да, разноси ты замок. Мне, в принципе, тут уже ловить нечего, ребят. Да. Раскромсали меня. Ну что, брать топовый отряд, что ли, я не знаю. Просто без понятия, что тут делать. Давай возьмем топовый отряд. Вот чей сейчас победит, ребят? Почему именно его, блин? Все, опять свалился. Я не понимаю, как это работает.
Почему, блин, Ронины выходят и один обязательно как, почему-то вот он идет, рубит и все. Одного за другим. Беспощадно. Блин, этот отряд, ну... Или вот этот. Джиггернаут. Я не успею его призвать, Джиггернаута, к сожалению. Ладно. Еще разок попробуем. Так, это нам повезло, ребят. Повезло, значит, мы пройдем. Ну, высунулась морда протокольная, и тут мы его заклепали. Я тебе хакну сейчас. Так, ну радоваться пока еще рано, потому что в следующей катке будет опять же у нас Ронин, скорее всего. Плюс Вуджен, ёпарасоты. Ну ладно. Вуджен бесявый, конечно. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежит, 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 бежит. Пол хп сразу снес. Ну чё, через отражение-то не сработало? Вот. Погнали. 3 секунды. Так, что это у нас тут на арене? Запрос. Бот-паук. Так, замечательно. А что это у нас так быстро с тобой арена прошла, интересно? Хм. Так, ну что ж, давай тогда возьмем этот отряд. И, как обычно, через фехтовальщика попробуем их порвать. Я так говорю, попробуем, как будто мы их не прорвем, да? Мы их разнесем сейчас в щепки. И этого паладина, и всех, кто там будет с ним идти. Вот и все. Быстро закончили. Так, друзья мои, а мы с вами переходим на последний этап. Бог ветра. Тут однозначно нужно брать топовый отряд. Просто топовый. И надеяться, что Ронин не побежит. Фух, нам повезло опять. Нам просто крупно опять повезло, что он не выбежал. Бежит, 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 ласточка. Опа. Да, тут он, конечно, пробил. Ну а что ж поделаешь, вот такое вот бывает, ребят. Вуджен вылез, блин. И получил сразу же. Нет. Только не это, друзья. Ну это же жесть какая-то, а. Все, додудился. Дудлик несчастный. Так, нам надо забрать награду. И переходим в следующий портал. Грифон. Это круто. Так, страж и всадник. 195-й портал. Территория
захватчиков. Дальше у нас территория подданных, территория роботов, территория нежити, нефритовая долина. Все разные, абсолютно все, ребят. Ну, здесь я думаю, что в принципе мы можем взять даже вот этот отряд. Должны справиться. Правда, вот расстояние маленькое, но ничего страшного. Так, голем пойдет первым, я думаю, да? Блин, там еще этот чувак, блин, слизень, морпех. Давай, наверное, сделаем вот так вот. И ниндзю. На. Да, Сунь-Кун, конечно, что-то с чем-то. Его суперский удар просто вырубает. Здоровых бойцов просто напрочь их отсекает. Так, а здесь у нас хищнец. Погоди секунду, наверное, вот этот возьмем отряд. Ну, раз хищнец. Мы же все прекрасно знаем, что этот хищнец будет делать. Бежать, сломя голову. Прыгать. И атаковать. Но нам теперь нужен паладин. Обязательно, ребят, паладин. Есть. Готов. Ну. Да что ж там. Блин, они так долго с этим возюкаются, что ли? Все, подбили. Ну что, друзья мои, давайте следующий поединок. Третий у нас идет. Здесь у нас, видишь, кто? Пришелец. Воришка вечный. Любитель поворовать моих юнитов. Давай, давай, лети отсюда. Слушай, я могу уже спокойно призвать друидку. Я, наверное, так и сделаю. Иди, радость моя. Похитил кристалл, такой довольный. Угу. Да все, тут уже понятно, что ему не жить. Смотри, просто раскромсон. И двигаемся дальше. Так, предпоследняя миссия. Здесь у нас, ребята, уже закончилась энергия. Блин, этот что ли отряд брать? Ну давай попробуем, я правда не уверен, что здесь у нас что-то получится, блин. Там еще и пришелец есть. Но Джиггернаута тоже я не буду отправлять первым. Если только вот этого фехтовальщика. Или жнеца уже выпускать. Жнец пойдет у меня первым. Сейчас, 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 сейчас. Оп. Получил, да? На-ка. Ну все, тут ему кранты, ребят. Это однозначно. Ничего ему тут уже не поможет. Ну, а мы переходим на последний этап. Твою налево, лорд пустоты. Ах, неприятный тип. Очень неприятный. Как тут сделать-то? Рунина отправить первым?
Сейчас еще стырит. Еле идут. Пока не будем тратить суперударных, если лорд пустоты вдруг появится. Если вдруг появится. Он должен появиться, ребята, в принципе. Так, минус 3 тонн. Да ладно, он даже не вышел. Он даже не почтил нас своим присутствием, ты понимаешь? Что у нас тут? Это все есть. Это все прокачано. Так, территория подданных. Угу. Ну что же, я готов. Первым кто у нас пойдет? Голем? Конечно, голем. Так, выпускаем голема, а следом... Блин, а следом Суньюкуна, наверное, да? Этот сейчас будет расписывать, блин. Двоих сразу же, отлично. Квест завершен, мощь империи. Такс. Заколбасили. Ураганчик. Так, ползун. Ну, в принципе, и все. Квест. Ага. Здесь выполнили задание. Второй этап. На втором этапе у нас, ну, то же самое. Копеечка. Прибавилось и все. Для нас это пара пустяков. Вот куда вот он ползет, а? Ползун, выручай. Тут без твоей, как говорится, помощи нам не обойтись. Ой-ой-ой-ой-ой, оглушили. Погнали следующего. Молнии. Вот доставучий-то, а? Ну, последние удары. Все. Этого ему хватило за глаза. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. Третий этап. Прибавляется лучница. В принципе, лучница никогда нас не пугала. Ну да, поджарить может, я не спорю. Ну и все. Все, что она может сделать. Блин, вот этот бессевый, а. Какого лишего он идет? Лучница, блин-то. Ах, ломонка несчастная, а. Блин, фехтовальщик, а. Нифига себе. Сейчас нам крупно повезло, что мы успели пробить. Напряженный поединок, конечно. Тыщ. Давай еще одного Суньюкуна. Так, он только появился и не успел добежать до самой, такой сказать, бойни.
Так, у нас что, энергии все, что ли? Тю-тю. Блин, это разбойник там, да? Твою налево, блин. Ну что, я буду ждать его. Я знаю, что он сейчас побежит. Джиггернаут у меня здесь будет его поджидать. Вот и все, что я мог только себе здесь позволить. Клетку. Допустим. Вы не соединяйтесь все в кучу, блин. Они сейчас, ребят, соединятся. И вот, если разбойник вдруг побежит, он сразу же... Вот он, видишь, появился. Ну! Пипец, блин. Запинали, отлично. Ну что же, здесь мы запинали и двигаемся на последний этап. Кто босс? Король. Сейчас будем своими силами как-то здесь справляться. А мы же короля тоже можем, да, в клетку поймать, насколько я помню. Можем. Хотелось бы мне сразу вызвать нашего жнеца, а я, скорее всего, успею. Да-да-да-да-да, погнали. Да ты запарил уже поджигать, блин. Так, баллисту, ураганчик. Всех туда, к стеночке. Джиггернаут. Такс. Ну что, король-то будет сегодня? Вот он, ребята, вышел. Заколбасили. Вот и нету короля. Не успел он, ребята, подудеть свой рог, как мы его наказали. Ну и, соответственно, победили. Забираем нашу награду. О, эльфы. Эльфов у нас маловато как раз. Так, есть еще, ребята. Блин, подожди, что, одна энергия осталась? И все. Блин, ну правильно, ребят, я два раза сфейлился. И ты прекрасно понял, где. Так, территория роботов, да, значит. Джиггернаут успеем сделать? По идее, должен успеть. А вот то, что БФГ пришла здесь, это, ребята, плохо. Угу. Так, давай-ка вот это все поймаем. В клетку. Этот пускай посидит там в темнице. Ну вот и все. Заколбасим замок. Слишком легко, да? Слишком, ребята, было легко. Да, больше у нас, к сожалению, энергии нету. Ну что, друзья, тогда на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.